Разворот водителя Hyundai Elantra стал причиной аварии на перекрестке улиц Ленина и Спасской. Во время маневра в иномарку врезался ВАЗ-14 модели. Затем Elantra досталась еще и от опоры ЛЭП. Пострадали в итоге 3 человека. Больше информации об этом и других ДТП за минувшие сутки в нашем ежедневном обзоре. Авария произошла в последний день января в 23 часа 11 минут напротив дома номер 75 по улице Ленина. Это перекресток с улицей Спасской. По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai Elantra решил развернуться. Однако во время маневра в правый бок авто врезался в ВАЗ-14 модели под управлением 18-летнего водителя. После удара иномарку отбросило на опору ЛЭП. Травмы получили 3 человека. Оба водителя, а также 17-летний пассажир отечественного хэтчбека. Медики оказали пострадавшим помощь. В Кирово-Чепецком районе столкнулись еще 2 машины. По предварительным данным, 50-летний пьяный водитель Саньонга врезался в попутный бензовоз КАМАЗ. У грузовика повреждения минимальные, чего не скажешь о кроссовере. После удара иномарку во избежание пожара пришлось пролить огнетушителем. В ДТП травмировался вероятный виновник, ему вызвали бригаду скорой помощи, а после медицинских процедур он прошел экспертизу с положительным итогом. Теперь мужчине грозит штраф и лишение прав. В Шабалинском районе произошло ДТП с участием одного автомобиля. По предварительным данным, на 26-м километре дороги Ленинская-Новотроицкая-Галкины 67-летний водитель Toyota RAV4 не справился с управлением. Машина съехала с дороги и опрокинулась. Мужчине понадобилась медицинская помощь. На Советском тракте случился аварийный паровозик. По цепочке столкнулись 4 автомобиля. 2 кроссовера, универсал и минивэн. Информация о пострадавших уточняется. Михаил Вагин, Сергей Пичугин. Место происшествия.